Сегодня в нашем зале открывается удивительная выставка под названием «Мир звезды» Людмила Мурченко. Эта выставка представлена из коллекции музея-мастерской Людмилы Марковой, который был открыт накануне 80-летия со дня рождения легендарной актрисы. Теперь Люся навсегда прописалась в Москве, говорят ее друзья, в районе, которое она любила, рядом с Патриаршими судами. Актриса из тех, кто не умеет ни сгибаться под ударами судьбы, ни стареть под натиском времени. Такой осталось в памяти любящих ее зрителей. Дивой, легендой, сверкающим метеором, осветившим нашу жизнь и сгоревшим слишком рано. Людмила Мурченко. Тонкий графичный силуэт, подчеркивающий осиную талию, высокие подплечники и большие рукава живого, прекрасные украшения и винтажные аксессуары. И, конечно же, умение все это носить. Она всегда уделяла особое внимание собственному имиджу. Еще на заре карьеры Людмила Мурченко стала законодательницей моды. Миллионы девушек старались подражать актрисе. Прически, пышные юбки с узкой талией, как у Леночки Крыловой из кинофильма «Карнавальная ночь». Легенда стиля, яркая и недосягаемая. Но прежде всего, прекрасный, глубокий человек. Человек удивительной порядочности. Она пережила сложные моменты жизни, в которой отражены непростые этапы нашей страны. Всегда вела себя в высшей степени достойно. И сегодняшняя выставка – это повествование о многогранно талантливом человеке, много трудившемся, преодолевшем многие испытания и осуществившем свою мечту. Невероятные красоты наряды, авторские украшения, сумочки и шляпки – все, что дополняло и создавало образ кинодивы, а также множество красивых винтажных сувенирных вещей, окружавших ее каждый день. У людородского зрителя появилась прекрасная возможность окунуться и погрузиться в мир великой звезды. Выставки не было бы, если бы не директор музея-мастерской Сергей Михайлович Синин, который сохранил дорогие и любимые вещи своей жены. Передаем слово куратору музея-мастерской Людмилы Мурченко, кандидату искусствоведения Оксане Донской. Добрый день, добрый вечер, дорогие кругородцы. Я рада вас приветствовать в этом замечательном музее. Спасибо директору. Спасибо всем ребятам, которые помогали и сделали то, чтобы эта выставка действительно осуществилась. Сегодня так много людей, это очень приятно. Мы привезли вам из Москвы, с Трехгорного переулка, с последнего дома, где жила Людмила Марковна. От нее большой привет, большой поклон. И вот эти невероятные наряды, невероятные аксессуары, другой предметик, который вы можете видеть в экспозиции, и понять, что же такое мир звезды Людмилы Мурченко. Дай Бог, чтобы выставка была посещаема, дай Бог, чтобы у вас у всех были достойные, прекрасные впечатления, хорошие фотографии, море-море положительных эмоций и творчества. Именно ради этого всю жизнь я жила и творила Людмила Мурченко. Светлая ей память. Спасибо. Слово предоставляется директору музея Татьяне Александровне Лукьяновой. Добрый день, уважаемые гости. Очень приятно сегодня видеть вас в этом зале на выставке, которая, конечно же, не претендует на то, чтобы дать полный рассказ о Людмиле Марковне, да, о всей ее жизни, о всем творчестве. Наверное, вообще это невозможно сделать в рамках одной выставки. Поэтому данный проект – это возможность какими-то отдельными штрихами, предметами, обозначить то, что она любила, то, что было ей дорого, то, что она ценила в этой жизни. Я желаю этой выставке благодарного посетителя, чтобы обязательно выставка нашла отклик в сердцах людей. У меня нет сомнения, что это произойдет, потому что имя Людмилы Марковны, оно отзывается в душах, в сердцах практически всего советского поколения людей и зрителей, которые знакомы с ее творчеством. А те, кто не знакомы, я думаю, будет как раз возможность
обратиться и познакомиться. И большое спасибо организаторам выставки и директору музея Сергею Михайловичу, который, к сожалению, не смог сегодня приехать. И непосредственно Оксане Донской, куратору выставки, которая производила отбор всех этих предметов и продумывала концепцию выставки. И в добрый путь выставки, и всего вам доброго. Дорогие друзья, на этом небольшое наше торжественное открытие выставки подходит к концу, и в заключение хотелось бы процитировать слова Людмилы Зайченко. Пожалуйста, верьте в себя, ничего не бойтесь. Будьте свободными, рискуйте. Пусть даже вы ошибетесь. Это жизнь. А главное, любите друг друга. Всегда, каждую минуту. Любите.